В Китае построят первый парк виртуальной реальности. Его создатели надеются вдохнуть новую жизнь в туристическую индустрию одного из беднейших регионов страны. Площадь парка 150 гектаров. Там разместят 35 аттракционов. По прогнозам экспертов, объем этого рынка в ближайшие пару лет превысит 8 миллиардов долларов. Открытие состоится в феврале следующего года. Я уверен, что после открытия парка изменится вся структура туризма в провинции Гуйчжоу, да и на всем юго-западе Китая. Этот проект привлечет посетителей и станет новым магнитом для туристов.